Продолжаю игру. Растения против зомби. Зомбаки против растений. Режим приключений. Это финальная крыша. После крыши идет босс. Режим приключений я прохожу уже второй раз, второй цикл. Это значит, что первые три позиции выбирает безумный Дэйв. Сейчас он выбрал патиссон, орех кокос, можно ставить в качестве стены, и вот этот вот боб, кофейный боб. Кофейные бобы. Его нужно на цветочки сажать. Не на цветочки, а именно на грибочки. На грибы. Так, но грибами я не буду пользоваться. Так, что же мне делать? Ну что же, экономика сначала. Подсолнух. Подсолнух горшок. То, что обязательно нужно мне. Потом зонтик из листьев нужен мне. Лестницу. Магнит попробую? Погодится, нет? Попробую магнитик. А что стрелять будет? У меня стреляющего ничего нету. Что будет стрелять? Что будет стрелять? Стреляющего у меня ничего нету. Кофейный боб есть. Может быть, гриб какой-нибудь интересный взять. Вот этот. Ну чем черт не шутит? Ну попробую. Стена есть. Магнит есть, зонтик есть. Патиссон есть. Попробуем. О, что там? Его нельзя использовать так. Сначала вот это надо ставить, потом это. Без магнита. Ну, поехали. Ой, мне надо водички попить. Налить. Водички налью. Я наливаю водички кипяченой себе, чтобы пить ее. Жарко в Москве сейчас. Очень. Глобальное потепление сказывается везде. 20 лет назад погода была не такой. Так, сейчас мне надо будет очень концентрированно играть, то есть очень внимательно надо будет играть мне. Постараюсь не допустить серьезных ошибок. Сначала экономика. Музыка хорошая. Веселая такая музыка. Так, зомби пошел. Сначала дешевое что-нибудь против зомбака я буду ставить. Что-нибудь доступное, дешевое. Потом что-нибудь подороже. Ну, подсолнухов много. Ну, и пусть будет кокос. Как-то экспромтом, я так подумал. Так, что мне теперь нужно? Это у меня уже есть все. О, сейчас прыгнет. Ну, давай так же. Ой, нет. Как я хотел. Я же не так хотел. А, уже нету солнышек у меня. О, что ж я такое придумал, да. Что я придумал? Вот это я придумал. Ага, понятно. Я сам от себя не ожидал. Что же я придумаю в следующий раз? Так, еще один зомби пришел. Ну, раз он так хочет, я поставлю еще один кокос. Куда я его поставлю? Кокос-стена. Кокос-стена.
Ну сюда, куда же? Сейчас патиссончик подойдет, подоспеет. Зонтик нужен? Пригодится. Зонтик пригодится. Так. Так. Сейчас больной подсумок надо как-то поставить где-то. И уже время грибочки. Время грибочков. А это что будет, если поставить? Ой. Стреляет? Стреляет. Замечательно. Ну, пусть стреляет. Посмотрим, что из этого получится. Так, сюда поставим что-то вкусненькое. Поставим. Ой, не то, не туда опять. Что же я творю? Это сюда поставлю. Ладно, сделал ошибку, допустил. Так. Кофейное зернышко. Так, ой, ой, скорее, 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 скорее. Кофейное зернышко. Что будет? Что будет? Еще один. А, я это зря сделал. Патиссончик пришел на помощь. Сюда кокос. Так, еще один кофейное зернышко. Зонтик у меня есть. Экономика моя как-то не очень. Так, сюда гриб надо поставить. Грибы дорогие такие, кофейные. Кофе плюс гриб. Дороговато. Патиссончик. На тебе. Главное, подсумок уже не могу поставить, потому что у меня кризис. Ставлю главное подсумок. Только бы зонтик сработал. Так, ну поставлю уже и это. Вот так. Все будет хорошо теперь. Мне нужен кокос. А, не туда поставил опять. Что ты будешь делать? Ну ладно. Так, поставлю. Не так поставил, а выкопай. Кошмар, я не так поставил. Так, это сюда пойдет. Ага. Кофейная зернышко. Давай мочи. Так, пусть будет. Страховка небольшая. Зонт. Зонтик мне нужен вот в это место. Лишний зонтик поставил. Монетка. А, пропустил монетку. Какая печалька. Кокосик. Куда поставить это? Поставлю сюда. Не очень рационально, но я принимаю быстрое решение. Мне нужно принимать решение быстро. Так, здесь у меня вообще еще ничего нет до сих пор. Патиссончик. Так, 5 двойных подсолнухов. Так, может быть еще один зонтик? Нет, не сюда. Да, сюда поставлю зонтик. Он здесь нужен будет мне. Так вот, иррационально. Полностью на 100% иррациональное решение.
Магнитов у меня нету. Ну ничего. Куда пошел? Куда собрался? Все, допрыгался. Чувак с лестницей. Так. Ну, мне кажется, что у меня все защищено. Все работает хорошо. Враги не могут подойти. Сончик, давай. Как так? Быстро. Как так быстро? Так. Амбрелла сюда. Неожиданно для себя я делаю вот таким образом. Ту. Попробуем делать вот так. Ага. И вот так потом. Я просто не знаю, что из этого получится. Не представляю. Съел. А где моя амбрелла? А, ее сожрали. Ой. Ой, как быстро он проходит. Ужасно быстро. Еще и пролез. Я в шоке, вот я не ожидал этого скалолаза. Гад. И кокосов нету. Не сообразил поставить патиссон. Ну ладно. Амбреллу куда-нибудь поставлю сюда. Коршочек. Кокос. Грибочек суперский. Патиссончик нужен, да? Куда? А сюда. Ну это еще одну волну надо продержаться. Ой. Зачем я сюда что-то поставил? О, что это было? Новое какое-то растение для моего бесконечного сада. Кокосик. Горшок поставил. Зачем я горшок поставил? Чтобы его сдержать. Перелез. Ну, перелез. Перелез. Молодец. Тут кокос. Ой, кокос. Все, съел. А, сожрал, гад. Еще раз. Он их все ест. Ну, какой. А вот так. Так. Кофейное зернышко. Так, кокосик поставлю. Сюда поставлю вот это. Что же мне еще ставить? Вот это. Экономика моя не к черту. А, ну неплохая у меня экономика все равно пока еще. Зомбаки лезут по лестницам. Гады. Ну, поставлю сюда. Пробуйте, пробуйте. Ой, монетка. Патиссончики ставлю. Ой, ой. Вот так. Ой, опять. А я поставлю кокос. Сюда поставлю то, что ведь что-нибудь такое. Не знаю, что и ставить. Это солнышко у меня полно. Еще одна лестница. Солнышки есть, патиссончики есть. Тут поставим. Монетка есть.
Что-то сожрали, я не успеваю увидеть, что они едят у меня. Кокос пустует. Что-то я не вижу ни одного на ниточке, на веревке зомбака. Их что ли нету? О, цветочек. Так тебе. Ой, кокос. Кофе надо мне. Как ужасно. Как это ужасно. Ну, поставлю тогда вот. Ой. Вот это сначала, потом вот это. Потом вот это. Сюда вот это поставим. Я уже не вижу, куда я его ставлю. Не успеваю замечать. Ой, 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 ой. Там лестница, их надо сейчас задержать. О, так, это поставлю, вот это поставлю. Патиссончик нужен, патиссончика нет, ничего нет, кокоса нет, все едят у меня. А еще волна последняя не пришла. Монетка пригодится, горшок, патиссон. Так, отразил. Где? Где? Чё? Кого ждать? Вот так тебе. Всё? Сдулись? Горшок. Горшок срочно. Патиссончик. Нижнюю линию надо держать. Игнорирую, держу нижнюю линию. Она у меня без газонокосилки. Остальное все я отобью. Ну и этим тоже кранты. Последние два зомбака. Так. Класс, обязательно. Ура, выиграл. Так, можно? Можно. И смысл? О, я могу потратить все деньги. Ладно, продолжим. $450 получил для вечного сада. Так, значит, прыгающий. Лестница, ну, довольно опасно. Так, перец у меня есть. И патиссон. Не так плохо. Ставлю экономику. Ставлю экономику. Потом что-то серьезное надо поставить. Защита вот такая недорогая сначала. Потом, конечно же, арбуз. Капуста нет, а что-нибудь мощнее есть. О, арбуз. И все. Больше ничего и не надо. Такая пусть будет защита. Зонтик обязательно. Чуть не забыл про зонтик. А зонтика не будет. Этих самых. На веревках не будет никого. Они же здесь нарисованы, значит их не будет. Что бы еще поставить такого для разнообразия? О! Могу себе позволить-то такую роскошь. Да? Монетное деревце. Монетный цветочек. Так, экономика сначала. Амбреллу буду ставить. Зонтик буду ставить вот сюда, в середину. Ну, нет, зонтики не нужны. Я же забыл совсем. Зонтики не нужны. Вроде бы. Зомби подходят. Ну и ладно, мы не боимся зомбаков сейчас. Мы их потом будем бояться. Мозги, говорит. Он говорит, мозги. Медленно ползет, хочет. Хочет, мы знаем, чего он хочет. Он хочет мозгов. Но в них много холестерина, поется в песенке. Холестерол. О, еще один патиссончик, надо в это же место поставить.
сначала патиссоны будут. О, какой серьезный патиссон. Ну-ка, еще один патиссончик в это же место. А вот теперь что делать? Так, теперь нужно арбуз. Катапульту арбуз мне надо поставить теперь. Так. Катапульту арбуз. Так. И она у нас будет, это катапульта арбуз. Сразу после патиссона. Ставлю... Ну-ка, покажись, зомби. А, в любое место. Неважно, куда. Не угадал. Ладно. Еще один двойной подсолнух. Недешевый. Пум-пум-пум-пум-пум. Я планирую поставить много денежных ромашек. Много-много денежных. Патиссончик поставить? Патиссончик поставлю. Так, и сейчас арбузик. Катапульта с арбузом пойдет сюда. Так тебе, гад. Вот так, и сюда патиссончик. Успеет добить-то? Или мне кокос ставить? А, нормально. Хорошо бьет. Красиво летит. Монетка. Оп. Ой. Вот это надо. Развиваем экономику. Так, сюда опять патиссончик. Ой, сюда что? Не могу придумать. Что сюда поставить-то? Пум-пум. Арбузомет уже поздно ставить, наверное. И поставлю. 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 А потом защиту поставлю. На арбуз. А, бессмысленно. Мощные арбузики. Однако. Ну, по одному арбузу, может быть, даже и хватит. Из боевого. А, перчик. Не надо перчик. О, такая вещь нужна, да? А теперь бы арбузик поставить в нижний ряд. Не поставлю, не успеваю. Перец поставить тогда, может быть. Патиссон не успеваю поставить. Перец не хочу ставить. 125, ладно. Ладно, сюда патиссон. И потом арбузик поставлю. Арбузомет. Сюда. Фу ты. Ну ладно. А теперь огромная волна зомби будет. И как мне выдержать эту огромную волну зомби? Мне крандец. Так. Ой-ой-ой. Что же мне делать? Так, тут два. Зомбака. А, три зомбака. Ну и ладно. Так, вот. Вот вам. Перец. Теперь тройной арбузик большой поставлю сюда. Все, линию арбузов я поставил, как планировалось мне. Как мною планировалось. Теперь у меня пойдут ромашки. Ой, а здесь что поставить? Ой, что сюда я поставлю? Тут я сюда что-то хорошее поставлю. Вот это. Что-то мощное. И вот это. Защита нужна? Так, ромашка дала первые мне $50. Так, патиссончик пригодится, нет? Посмотрим. Ромашка еще одна. Успеет? Успел. Молодец, патиссон.
патиссон хорошо мочит. Так, ромашки. Ух, ну и что, он пройдет? Неужели пройдет? Проходит, проходит, гад. Надо взорвать. Надо взорвать. Рожалка ромашку. Так. Ой, я не туда поставил опять. Что же я творю? Такое. Так. Не, мы тебя не пропустим сюда. Так. Так. Этого нету. Арбузы летают. Так. Защита работает хорошо. Что поставить? Арбузомет? Нет, все, арбузометы я больше не ставлю. Один ряд арбузометов достаточно. Я буду ставить уже все остальное. Типа кокосов. Что это такое вот? Ромашка. Монетки собираю. И защита, конечно. Для ромашки. Перец нужен? Нет, перец мне нужен. Кокосик мне нужен сюда. Не успеваю. Так, вот и монетки. Ой, всего полно. Гад, перепрыгивает, гад! Вот так вот. Не тоже рисковать. Не буду рисковать. Монетка, монетка. Так. Хватает. Все хватает. Монетка, монетка. Монетка. Солнышки. Про солнышки не забываем. Куда-нибудь что-нибудь ставим. Я уже все подряд ставлю, несмотря. Не гляжу уже никуда. Не успеваю замечать ничего. Монетки есть. Цветочки есть. Ставлю защиту. Ромашки уже не нужны. Ой. Неправильная какая-то тактика у меня. Оп. Где-то я косяка даю. Горшочек. Нужна защита теперь. Ладно, сюда защиту не буду ставить. Сюда поставлю опять арбуз. Ой, еще две волны крупных надо выдержать. Куда поставить, чего не знаю. Ставлю перец. Нет, на перец нет. Успел взорваться мой перчик. Так, этот у меня патиссончик. Давай, патиссончик. Так, защита. Защита, защита. Так, так вам. Так, нижний ряд еще двумя арбузометами. Ну, дальше-то... Так, патиссончик надо где-нибудь поставить, раз он есть. Раз он эффективный, патиссон может давить их пачками. Так, вот вам. Так, здравствуй. Газонокосилки до сих пор на месте. Патиссончик, ага, сказал ему, где тут у них раки. Так, арбузомет. Арбузомет, защита. Защита стоит. Да? Защита стоит? Защиты нет. Куда я хотел? Сюда поставить защиту я хотел. Так, кому-то есть. Лестница у всех. Ай! Какой кошмар! Монетки надо собрать, успевать. Так, лестницу разбили. Горшочек ставим. Еще один горшочек. А, кокос. Так, это я вроде отразил. А, сюда поставил. Так, монетки, монетки, золотые монетки, серебряные монетки. Разные монеты, перец, мне все равно уже что там
волна еще большая не пришла. Надо расходовать ресурсы, чтобы выиграть уровень. Оп. Все собираем. Лестницы не хватит на меня. Вот так вам. Монетки. Защита. Солнышки собираю, монетки собираю. Патефончик давай поставлю куда-нибудь. Патефончик сюда будет. Давай, сколько у меня солнышек. Коммунная и комочная. Что еще поставлю сюда? Не успеваю. Так, всем досталось за бокам. Вот так тебе. Так вот. Арбузы мощно стреляют. Арбузов много. Арбузы мои всем раздадут. Кренделей. Таких сончик. А за боки едят кокосы. Оказывается. Какие-то кокосоеды. Не пройдешь? Монетки. Последняя волна. Последняя большущая волна будет. Защиту сюда поставлю. Для кого? Не знаю. Я потратил все солнышки, все деньги. А, вот и что. На боков принесли. Монетки серебряные. Ну все. Я выиграл. Защиту хорошо построил. Ромашки у меня есть в большом количестве. Какие они злые зомбаки. Все едят. Все мои цветочки едят. А хотят мозги. Подсолнух сожрал. Ах так, да? Вот тебе. Сожрал мой подсолнух. А подсолнухи дадут монетки? Ромашки дают монетки? Нет? Может дают? Буду стоять и смотреть. Будем играть дальше. Так, 10 золотых монеток за прохождение уровня. $500 для моего сада. Я хочу предупредить тебя. Я тебя предупреждаю, говорит безумный Дэйв. Ты становишься очень ненавистным в последнем уровне. Почему? Да потому что это бесконечно неостанавливаемая огромная зомби-волна. В общем, я так и понимаю. Огромное зомби-наступление. И безумный Дэйв говорит, что я ненавижу эти волны зомби. Я ненавижу их. Я их совсем ненавижу, говорит. И очень ненавижу. А его дадиду. Так, идиоты приходят теперь. Сказал безумный Дэйв. Опа, теперь нужны зонтики из листьев. Это у меня быстрая игра. Мини-игра. 3 крупных волны будет. Куда поставить защиту? Сюда, конечно. Куда же я еще буду ее ставить, защиту-то? Пусть едят горшки. Что у меня здесь в распоряжении? Так. Опа. Вишенка. Так, этим досталось.
Так, сюда плотоядного поставлю. Плотоядное везде у меня. И вишни, и горшки. Угу. Везде плотоядные. Оп. Не пройдешь. Ой, а сюда что поставлю? Ну что ж делать, так и надо. А-а-а, съел плотоядное растение мое. Гаденыш. Этот проглотил, этот тоже сейчас проглотит. Не буду ставить. А, надо. Надо поставить. Ом. Это сюда. Это. О, а вот теперь я не знаю, что делать, я знаю. Взорвать. Ох, не вовремя. Да, надо защиту ставить. Сидим. Одного. Сюда тоже надо поставить защиту. Ес. Опа. Опа, какие хорошие плотоядные растения. Помогите. Так. Это сюда поставим. Ой. Чё, куда поставим? Чё, куда, я не знаю. Горшков нет. Горшков нету. Ай. Ай, зомби с ведром подходит ко мне. Я забыл, что цветочек так делает. Он ест через горшок. Совсем забыл. Так, одна из трех. О, мамочки. Все, у меня потырили, гады. Да пофигу. А. Да, нет, эти не пройдут. Ам. Эти не прошли. Этот не прошел. Этот не пройдет. Пум-пум-пум. Сейчас плотоядное растение все сожрет. Защиту. Чуть не забыл. Про защиту. Монетка. $50. О, у меня $10 000 уже. Плотоядное. А нет, не плотоядное этот раз. Так, двоих сожрал. Двоих. Подбил, подзорвал. А, мамочки! Вот так вам. Горшок. Защита. Плотоядный. Не успеваю даже отреагировать на изменения. Так, надо везде защиту вообще поставить. Не знаю. Сорвитесь все. Надо газонокосилку теперь ставить. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я в беде. Печка не взорвал. Вот и раз. Так-так. Так, этих сожрали, этих не сожрали. Плотоядных растений у меня много, плотоядных растений. Ой-ой, это еще большая волна не пришла. Оу-оу. Всех надо сожрать, всех надо сожрать. Плотоядные растения всех едят. Оп. Ну что, 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 куда, кого? Оп, оп, ай. А, вот так надо. Так, еще одного зомби съедят сейчас. Потом еще одного зомби съедят. А-а-а, горшок, вишня. Успел взорвать, гада. О-о-о. Взорвал! Успешно! Можно взрывать.
монстров, зомбаков, которые на веревочках. Вот так вам. Так. Ой. Вот тебе. А я сейчас взорву. Вот вам. Ой, одного съел, другого не съел. Золотая монетка. Ой. Какие они серьезные. Всех съесть, всех сожрать надо. Ой, проходят. Лишники, чувствую, я истратил напрасно. Взорвитесь. Так, этих я взорвал. Ой, как их много стало. Защищаемся. Пока что так. Вишню надо, вишню. Их много, их очень много, боже мой. Не могу оценить. Опасность. Так. Еще последняя волна не пришла. Не пришла еще. Последняя волна. Так, одного сожрал. Теперь я взорвал. Сюда поставил защиту. Проходят. Проходят. Могу понять, что сделать. Что я могу сделать? Одного я сажал, допустим. Ау! Этого сожрал. Сюда поставил горшочек. Бесполезное. Так, здесь сожрал. Ой, прошли. Взорву! Так вам. Какие там монетки, ой. Оу, еще большая волна не пришла. Горшков нет. Как защищаться? О боже. Горшков нету. Это дефицит? Так, вот что у меня есть что-то. Горшок, бомба. Так, кое-кого взорвал. Так, но еще большая волна есть. Да, вот как быть? Последняя крупная волна. Ой, как их много. Так, держать надо вот эти линии. Только эту линию. Я никак не потяну. Всех надо жрать. Все, я продул. Тут я ничего не могу делать. Не выдержал. Монетки заработал и все. Прошли зомбаки. Да, было сложно. Какие-то я ошибки запустил. Прошли через трубу. Написано, зомби съели твои мозги. Гейм овер, игра закончена, написано. Попробовать еще раз. Какой кошмар. Так, еще. Я продолжаю. Еще раз перевожу. Попытаюсь перевести еще раз. Я предупреждаю тебя. Ты сейчас станешь очень грозным, гневным на этом уровне. Почему? Да потому что это будет непрерывное нападение зомби. Их очень много, этих зомби. Банджис. Я не знаю, как переводится это слово. Банды, наверное. Банджи. Я ненавижу их. Я ненавижу их совсем. И вообще ненавижу. Вопа диду.
Вот они идут идиоты сейчас. Только генератор случайных чисел здесь есть, интересно? Генератор случайных чисел. Они пойдут так же? Или уже как-то по-другому эти зомбаки? Мне надо более экономно вишенки расходовать теперь. Более рационально. Более рационально. Вишенки надо экономить. Все надо экономить. И взрывать, когда на канатах спускаются зомбаки. Так. Этого так. Ну, пока все хорошо. Всех едят. Пока играю, монетки собираю. Так, теперь надо поставить... Что надо поставить? Защиту! Защиту, защиту. Ну, пусть ест. Тут моя задача обеспечивать поддержкой плотоядные растения. Сюда нужно еще одно плотоядное растение поставить. Вот так вот. Так, и этого... Опа! Этого съели. Этого съели. Защиту надо поставить. Что с ними не будет? О, теперь у меня бомбочек много. Очень. Так, поставлю плотоядку сюда. Так. Этого съедят. Ой-ой-ой. Так, теперь я бомбочку сделаю. Надо. Вот так, троих зомбаков взорвал. Был ли смысл? Да, был. Так. Ой, и вот так вот. Монетку. Уж на монетки уж обращать внимание не стоит в этой игре. На этом уровне сложности. Тут у меня один зомбак в верхнем ряду. Так. Так, нижние ряды у меня. Зомбаки в нижних рядах. Так, сюда защиту поставлю. Там защита есть. Ну, сейчас я, мне кажется, более экономно, более рационально использую ресурсы. Заканчивается. Заканчивается свободное место. Пушков полно. Ага, вот сейчас надо лишнюю взорвать. Сюда. Вот так. Кое-кого взорвал. И одного зомбака съело плотоядное растение. Так, сюда защиту поставим. А, полно плодоядных стало. Это надо взорвать. Да. Взорвал. Этого съели. Шо. Так. Плодоядных много. На тебе. Вот тебе. Так, ну двоих они съедят. Они не опасны. А, как так? Как так? А, съела. Съел гад. О, о, что творится? Ой, что творится? Нет, нет, нет. Ой, ой, ой. Мне страшно стало. Мне стало страшно. Так, этого сожрал.
защиты нету. Нет? Да. Вот тебе. И защита. Вот так. Я назову это тыквенный щит. Тыквенный щит ставлю везде, где могу. Вот так тебе. Ай, горшочек еще один поставлю. Ой. Так. Ой. Вот так вот. Ах, вы гады. Не, это надо взорвать. Это надо взорвать. Это надо... Да, я это взорву. Не могу взорвать. Ошибочка. Ошибочка вышла. Так, второй за боком взорвал. Так, защиту надо поставить где-то. О, сколько их! Ой, как их много! Ай, как их много! Какие они опасные! Вот вам. Берете еще. Так, будет вторая большая волна. Ну, мне кажется, сейчас меньше потерь у меня, чем в прошлый раз. Теперь я хоть знаю, что... Что и как. Ой. О, вишня, вишенка. Ой. Сперли. Что-то сперли. Так, сюда горшочек. Горшочек и вишенку. Вот вам. Четверых взорвал. Успешно. Сюда плотоядная. Ой, монетка. Так, сюда плотоядные. Ой, надо поставить плотоядное где-то. Ой, сюда вишенка. Сюда плотоядка и защита. Всех взорвать, всех взорвать! Вот вам, вот так вам. Потому что нечего так вот пугать. Ой! Ой, 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 ой. Какой кошмар. Все одно плотоядное. Еще одно плотоядное. Вишенка будет у меня тут. Всех взорвать. Горшок. Щита. Плотоядка. Так, взорвать надо кого? Не буду есть. Последняя волна. Мне кажется, я вишнями уже всех. А, у меня газонокосилки все целые. Ой, ой, сколько их. Ой, сколько их. А нам пофиг. Взорвать! Ну, так, 4 монетки за 4 замоков. Ой. Так. Взорвать. Вот вам. Гады, гады. Иду. Вишня. Ну, я взорвал. И вас угодно. Этого. Чего? Я выиграл, я думаю. Все, у меня газонокосилки все на месте, я выиграл уровень. Теперь желательно удержать каждую линию, чтобы зомбаки не отобрали у меня монетки. Взорвай! Ошибка! Нет, не ошибка. Есть. А, вот этих взорвать. Не успел взорвать. Горшочек будет. Взорвать. Всех взорвал. Все. Осталось два. Осталось двое. Горшочек дайте.
горшочек дайте. Я их взорву и все. Выиграл! Монетки! Все выиграл. Уровень 5-5. Ну все, наверное, это уже последний уровень и будет босс. А мой снова хотел поиграть с боссом. Вот. $500 получил. О, это еще не босс. А, что это? Катапульта, которая бросает, видимо, картошкой. Так. Патиссон есть. Вишенка есть. Картофельная мина есть. Так. Экономика сначала. Горшок. Экономика. А, руки надо помыть. Жирные какие-то. Странные жирные руки. И чесноком сегодня. И сыр купил по ошибке за 200 рублей. Думал, что он 50 рублей стоит, а меня обманули в магазине. Обычное дело для России. Так, зонтик из листьев я не буду ставить. Защиту поставлю и тыквенную защиту. Тыквенный щит. Кокосовая защита. Кокосовая стена и тыквенный щит. Так оно будет называться. Может, магнит поставить? Нет. Поехали. А, дешевую мину поставлю. У меня идея, я поставлю дешевую мину. На старте. Она эффективная, дешевая. Зомби! Зомби идут, говорит зомби. Зомби идут. Картофельная мина еще не созрела, еще не выросла. Но через несколько секунд вырастет. И зомбак взорвется. Надеюсь, не вместе с горшком. Горшок должен остаться. Он мне нужен. Оп! Через несколько секунд появилась мина картофельная. И она сейчас взорвется, когда зомби подойдет. Так, экономика идет у меня хорошо. Еще одна мина. Так, зомбак взорвался, горшочек остался. Так, теперь надо думать, что мне поставить. Арбузомет, наверное. На него денег нет, на него солнышко нет у меня. Так. А сюда что поставить? О! Есть арбузомет! Как хорошо. Два удара, я считаю, сколько ударов нужно. Три удара с трех ударов. Он повалил зомби с трех ударов. А зомби с колпачком сколько надо? Так, это у меня двойной подсолнух. Двуголовый. Эйк, мину поставил. Да, мины имеют хорошее. Такие картофельные мины будут играть хорошую роль. Значимую, значительную. Оп, мина выросла. Так, так, еще один арбузный. Еще одну арбузную катапульту поставлю. Сюда. Опа, ну сколько ударов надо? Раз удар. Два удар. Три удар. Четыре удар. Пять удар. Еще три удара. Шесть.
7. Все, 7 ударов по колпачку. Или 8. 7-8 ударов. Так, сюда картофельная мина будет. Сюда придется поставить патиссон. Патиссон увидел зомби, нахмурился и напал на него. И ставлю теперь арбузную катапульту. Еще одну. 3 арбузных катапульта у меня. Очень мощные. Сейчас поставлю картофельную мину. Еще один. Арбузная, еще одна арбузная катапульта. Сейчас поставлю двойной подсолнух. Зомбак взорвался. Правильно. Взрывайся громко. Вот, двойной подсолнух. Расставить. Защиту надо ставить, наверное. А, нет, все. Не надо защиту ставить. Ой, сразу сколько подсолнухов. О, арбуз же бьет сразу все. Как хорошо. Еще один арбуз. Теперь надо куда защиту. А, картошку. Картошку надо ставить. Она дешевая. И патиссончики, или нет? Кокос! Да, ну бред. Да. Кокос не помешает. О, арбузов сколько у меня идет. Ой, сколько арбузов. Ой, сколько арбузов. О, двойной подсолнух. 10 голов подсолнухов. Экономика мощная. Бум-бум. Все, мне нечего ставить. Мне ничего не нужно ставить. Пожалуйста. Очень мощно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Солнышко у меня много. О-о! Это что-то серьезное. Надо его взорвать. Не буду его испытывать. Не знаю, как он работает. Взорвать. Все. И патиссончик, конечно. И раз так пошло все. Картофельная мина. Ой-ой-ой, что я творю? Что я творю? Мина не успевает взорваться. О-о! А сюда что поставить? Какой-нибудь патиссончик? Патиссончик! Вот так тебе! Ха-ха! Патиссон взорвал катапульту железную. Еще один арбузик надо поставить. Не успеваю! Ничего не успеваю! Помогите! А! Взорвать всех! Вот так вам! Так вам. Ну а что рисковать? Тем более, что солнышко... А, монетку прозевал. Центр! Нет. Да, нет. Центр. Край. Что я натворил? Монетка. Полезная вещь. Ой-ой, солнышки, 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 солнышки. Кокосовая стена. Мина. Точки пригождаются. Патиссончики. О-о! Катапульта, катапульта. О! Она стреляет по дальним цветочкам мне. Ай-яй-яй, как нехорошо. Где моя мина? Ой, не успел. Хотел взорвать. Последняя волна осталась. Подсолнухи ставить больше не буду.
Дорву. Ага. Вот тебе. Сдерживающий фактор. Еще катапульты. О, что мне делать? Картофельная мина. Вот так вот. Вот тебе. Вот тебе. Ой. Катапульта опять. Что против катапульты применить в этот раз? Так. Ну-ка, ну-ка. Еще большая волна не пришла. Защитить, если поможет. На тебе, получи. Взорвал. Патиссон, молодец. Три двойных подсолнуха взорвали. Гады, гады. Ой, 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 ой. Что же мне делать? А посмотрим. Я знаю, что я делаю. Взорвать всех! Ой, я буду делать. Всех взорвал. Как так быстро? Я не успеваю увидеть. Просто, как это все происходит. Не успеваю увидеть. Газонокосилки все на месте. Так, босс будет? Нет? Босс будет или не будет? Когда ж босс-то? Даже не знаю. Так, замораживающий у меня горохомет. Стреляет замороженными горошинами, которые убивают зомбаков и замораживают. И замедляют. Так... Поиграть или уже хватит играть? Ладно, хватит. Что у меня за магазин? Что я куплю за 80 тысяч? Я не буду покупать 10-й слот. Фу! Это что? Ой, зимние арбузы. Группу зомби замораживает. А у меня 12 тысяч как раз есть. Это что? Колючка. Двойной урон наносит. И очень долго служит. Так, это у меня денег не хватает. Имитатор. Позволяет тебе поставить два одинаковых растения на один уровень. Вот этого я не понимаю. Он 30 тысяч стоит. Ладно, это у меня уже есть. Что? Замораживающий арбуз. О-о-о, замораживающий арбуз. Удивительно. А это что такое? Ядро. А, капуста. Метатель. Получается пушка. Нажать на пушку, чтобы получилась смертельная атака. Ну как? Стреляет она, наверное, прямо, я не знаю. Или она едет просто прямо. Ладно. Хватит, отдыхаю. Буду отдыхать. Основное меню ухожу. Что у меня там, садик? О, день. Улиточка спит. Полить. Оп, ты глянь. Деньги дают. О-о-о. Деньги дают. О, хватаю. Монетки, когда они подлетают. Оп. Оп. Выросла, выросла. Ой, как они быстро растут. Все поливаю. Ой.
Музыка хорошая. Ой. Хотят удобрение, но это мой сынок уже удобрение будет сыпать. Я только полью. Еще водички. Все, водички больше никто не хочет. Все, хватит, отдохну, я устал. Еще водичка, наверное. Два раза. Еще водичка. Ой. Оп. Ну все. Останавливаю запись. Это был уровень 5-7. Все, останавливаю.